Всем привет! С вами сегодня DDPS 813. С вами Данил. И моя жена Даша. И мы продолжаем проходить Ice Combat. Да блин, Ace Combat! Ice Combat! Да не битва ледников! Спитфайр, вот зачем ты ее поощрил, а? Артем Спитфайр, ну зачем ты так сделал? Ладно, Артему Спитфайру привет от нас, в первую очередь. И да, мы продолжаем прохождение сюжета... Ice Combat! Ace Combat! Сейчас небольшое дополнение. Короче, видите, здесь есть еще функция «Особое задание». По хронологии истории всей седьмой части должны идти вот три эпизода этих особых заданий. Но лучше Дашке взяться это после прохождения основной кампании, я так считаю. Потому что, ну, в них все-таки, я считаю, есть своя небольшая трудность, которая будет отличаться от основной сюжетной ветки. Поэтому мы продолжим прохождение именно основного сюжета. Но знайте, что между миссией 13 и 14 есть вот этот стык в целых 3 эпизода. Ну что, готово? Нет. Мне пофигу. Хотя, наверное, да, к тому, что произойдет сейчас, ты можешь оказаться не готова. В смысле? Мы сейчас будем лететь через ущелье. В смысле? В прямом. Итак. После потери птиц арсенала и уничтожения ракетной базы у России почти не осталось возможности для ответной атаки. Для российской армии это замечательная возможность собрать силы в кулак и захватить столицу России – Фарбанте. Операция с использованием эскадрильи особого назначения переходит в заключительную фазу. Наша задача – атаковать и захватить российскую базу ВВС на мысе Дождливый в Северной России. Эта база крайне важна для наших планов и послужит опорной точкой, которая позволит установить контроль над Фарбанте. План таков. Под прикрытием ночи все эскадрильи осуществят воздушный налет, вылетев из Южной долины. Наблюдатели противника следят за тем, что происходит в долине, поэтому вам придется лететь на бреющем полете. Если вы поднимете слишком высоко, враг заметит вас, и задание будет считаться провальным. Не забывайте об этом. После прибытия вам придется как можно скорее уничтожить противовоздушную оборону противника, чтобы расчистить путь эскадрильям поддержки. Когда противовоздушная оборона будет нейтрализована, вертолетная эскадрилья доставит на базу морских пехотинцев. План заключается в том, чтобы установить контроль над базой, таким образом преодолеть долину – это всего полдела. Понятно? Пипец! Пипец! Да. Жесть! Итак, это еще не жесть. Так, давай начнем. Что ж нам с тобой выбрать-то? Так, там будет много наземных целей потом в конце. Давай мы с тобой что ж нам взять-то? А давай посмотрим-ка Су-33. Хотя нет, на нем летали отставить. Не дам я тебе Су-33. Не дам, не получишь. Так, давай вниз направляй. Прямо вниз, да. Так. А давай МиГ-35 возьмем. Этот? Этот, да. Он хорош. Так, что у нас? Возьми вот этот с красным. Её. Почему? Потому что там будет много наземных целей, которые нужно будет поражать одновременно. Готово? Вылетаем. Да заправляться будем в воздухе. Сейчас начнется все с дозаправки, а уже потом с мозгоправки. Да. Тип того. Забавно. Каламбур, но забавно. Нет, забавно, знаешь что? Забавно, что не только нужно пролететь через ущелье, там еще и прожектора есть всякие. И в прожектора нельзя попадать. Ладно, да можно справиться, не бойся. Главное просто сейчас, наверное, вообще не газуй. Лети с той основной скоростью, которая у тебя есть. Так, здесь товарищ, под газовым, помнишь, как в прошлый раз? Но сильно не ускоряемся, держим где-то вот, ну, 700 и все. Так. Сбрасывай, все, не сильно не ускоряйся. Так, теперь можно еще подускориться.
Короче, держи вот 650, вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ага. Так. Хорошо, хорошо. Идем, идем. Сейчас чуть-чуть пониже. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, и потом зажми автопилот. Так. И еще можно даже чуть-чуть. Автопилот. Все, зажми оба стика. То есть не стика, а эти, да. Так, сейчас чуть-чуть левее вот этим ЛБ. Ага. Все, и подгазовывай. Все. Да-да-да, вот так и ловил. Все-все-все-все-все-все-все. Так, еще чуть правее. Так. Ага. Все, чуть-чуть маневрирую. А что так шатает-то? Так, все, выровняй сразу. Вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Право, все, левее выровняй сразу. Еще чуть правее. Так, док. Да тебя понесло. Сразу вправо. Не получается. Все, оставь так, не слишком делай. Все, теперь выравнивай сразу влево. Да, блин, не слишком влево. Все, все, так. Да, не перегоняй его. Чуть-чуть подгони его. Так. Так. Все, держи, держи, держи. Все, наконец-то. Ну хоть наконец-то ты эти кнопки применила. Это жесть. Это не жесть. Это даже не жесть, это так картонная бумага. А вот сейчас жесть начинается. Что, надо вниз нырять? Вот лети прямо, вот так и лети. Да. Так, что у нас получается? Так, держитесь на высоте ниже 600 метров, как влетишь. То есть ниже 600, понятно? Все. Отлично. А если я попаду в прожектор? Тебя спалили, значит. Все пипец? Все пипец. Угу. Если выше 600 метров поднимусь? Да, тоже. Все. Ну, если, соответственно, зацепишь гору. Все. В саму низину главное не падай, потому что, чтобы это... У тебя было пространство для маневра, так сказать. Я это уж поняла. Они еще и шевелятся. Шевелятся, да. Ну ладно, хоть по одной траектории вроде шевелятся. Угу. Мордаху опускай. Тут что-то у тебя это... Совсем быстрый набор пошла. Высоты? Угу. Не надо меня палить. Три! Да. Не обязательно пролетать между ними, можно и... Хотя, вроде получается. Давай, лови момент. Можно подускориться. Чтобы наверняка... Вправо уходи, вправо, вправо, вправо еще. Все. Братцы, отлично, вошли. Так. Все. Чуть-чуть пониже, потому что ты резко в набор идешь. Ага, все, сейчас влево. Ну, в принципе, пока нормально. Все. Ага. Все, сейчас вот так пройди поверху. Вот над ними, да. Опусти нос, ты чё, куда резко так не набираешь-то? Вылетишь за 600 метров. Я вижу. Угу. Я ладно. Так. Вот широкая часть, где в ней пройдём. Ага. Так, хорошо. Так, все влево. Так, тут надо совсем лучше под ними пройти, мне кажется. Прям даже под самым нижним. Короче, если момент, ускоряй. Ускоряй, ускоряй, ускоряй. Выше, выше, выше! Все, есть. Прошли. Слава богу. Так, опускай, опускай, башку опускай. Все. Так. Лучше, да, между ними пройди. Ага, лево, вправо.
Так, вот здесь в широкой части пролети. Угу, все, опускаем нас. Пока опускаем. Боже мой, сколько еще лететь? Там, по-моему, последний этап остался. Ту-ту-ту-ту-ту пониже. Да я вижу. А, ну ладно, хорошо, а то я просто боялся. Ёпт! Все, сейчас лучше по низине пройду. Так, есть. Так, 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 ниже. И вон между ними там получается. Так, снижайся. О, боже мой. Все, влево. Влево. Так, сейчас вправо. Право, 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 право. Снижай скорость. Ты... Ты зачем по узкому месту прошла? Если да снижа... я вообще потерялась в этот момент. Если снижаешь, то лучше тогда наверх. Я потерялась в этот момент. Ладно, давай снова. Продолжаем. Сначала. Последняя контрольная точка. Не знаю, дошли, не дошли. Нет, не дошли. Нет. Чуть-чуть не дошли. Блин. Ну блин, вот все, запомни это место. Да не смогу я. Пройдет. Спорим, пройдет, ребят. Блин, так долго проходило это все. И, блин, все коту под хвост. Сыр, слышал? У тебя под хвостом. Дашкины успехи. Блин. Ну все, запомнила место, значит, проходим дальше. И не паримся. Да нифига я не запомнила место. Не надо вверх, вниз, вниз, вниз. A few moments later. You're coming up on the base, imposing radio silence. We won't be able to talk again until you're over the base. Continue to keep an eye on your altitude. There are plenty of dark spots that can sneak up on you. Ну все, справилась. Неужели? Так, сейчас ребят... можно набрать высоту, да? Да. Неужели? Ребят, вы бы тут видели, сколько на меня ругань было, сколько проклятий. Очень много. Огонь. Да. Вот, кстати, самолеты пока обстреляй, пока не в ангарах. Я не вижу, где это самолет. Квадратные, квадратные. Так, давай. Да, тут не так. Так, один раз попало. Короче, вот такие шестиугольные, это особыми ракетами бомбили. С квадратной цели, обычные. Огонь. Все, сейчас вот вертолеты, которые вылетают в ущелье. Главное, чтобы к ним противник не подлетал. Вот и все. Огонь. А, не, он за ангаром. Хотя... Нет, не победил. Ага. Все, есть. Этот сработал. Ну все, я сейчас просто можно полетать и поубивать. Наконец-то! Мочуют вертолеты, которые летят.
спецназа. На вертушке хватит одной ракеты. То есть навелась, сразу сменила цель. Ага. Все, следующий меня. Огонь. И там последний остается. Огонь. Все, сразу разворачиваем. Так, есть. Угу. Да, вот это будет. Серьезно, я думал, ты сейчас реально его пристреляешь с пулемета. Ладно, была близка к этому. Мочи. А, гад, ловушки бросил. Да взорвите его просто. Все, молодец. Все, прикрываю вертушку, у них там сейчас... А, они уже даже вышли здесь, походу. Опять туманище. Ну да. Вокруг-то туман. Все, мочи их особенно ракеты. Те, что в воздухе летают, лучше их подставить, чтобы нашим не мешались. Так, эти на стоянке стоят, ну хочешь, можешь жрать. Только на них три вроде ракет надо. На Б-52. Б-52? Угу. Это что за самолет? Бомбардировщик. Да. Только сегодня ты была бомбардировщиком, когда проходила этот эпизод. Мне иногда тоже можно. Ладно, сегодня можно. Согласен, сегодня можно. Сегодня, да, не легкий эпизод. Очень трудно, я бы сказала. Ну, не туннель, но трудный. Что, еще не сбило, что ли, тот? Так это другая эскадрилья вроде как. Или тот же... А, нет, там же даже Су-35. На помощь. Да, вот он. Все, заходим в хвост. Огонь. Броску. Если у тебя и ловушки кинь. Ага. Все, еще у тебя еще две ловушки. Все, ребятам нужна помощь. Там они уже сигналят. Давай, лети к спецназу. Да, вот вокруг них вертушки. Это вертушки? Да. Так. Все еще. Вот на эту. Все, еще одна сзади. Блин, в последнюю секунду увернулась. От ракеты? Да. Все, уворачивайся еще. И там наземная группа целей еще. Их тоже обезопасить. Внизу, на земле. Мочи его. Есть, попал. Так, все, меня на особый. Сейчас там будет, вот, да, танки и прочие шаблзаки. Ракета сзади. Вижу. Это да, я не увидела. Я лучше молчу. Оставь ты его с одним пулеметом, у тебя там. Добей лучше эти, хрен. Так, сзади. Все, он удаляется. Что, сваливают? Сваливают, да. Последний взрыв.
что они сваливают? Что они сваливают? Да все. Устали они. Еще угорает, смотри. Смотри, реально сваливают. Реально сваливают, а ты на что рассчитывал? Свалили. Офигеть. Ну хоть концовка задания такая нормальная, спокойная. Ну не совсем, если бы ты бы не защитил их, можно было тоже провалиться. Но все равно спокойнее и проще, чем вот это вот, то что было. Ну елки-палки, а? Но заметь, опять справилась. Правда, нам пришлось очень много руганий и проклятий ему адрес вырезать. Ага. Ага. Так, вот тебе и огонёчки как раз в помощь. Это получается мы вот захватили, и сейчас я сюда сажусь. И сейчас ты сюда же и садишься, да. Я правильно понимаю. Да. Ну так ты же слышал, что они её используют для атаки на столицу. Чуть выше, ты чё? Всё, теперь сбрасываем скорость. Всё, она хочет ткнуться, а. А в Project Wingman ты бы, наверное, уже бы тряханулась бы. Помнишь второй эпизод? Это доказательство того, что мы с тобой говорили, что войском это легче посадка. Не бойся, больше полетов в ущельях не будет. Будет лишь один эпизод с полетом в тоннеле. Один. Да. Я помню еще какой-то там у тебя эпизод, который в это... То ты там по кругу летал, потом вылетал. Ну это и есть этот эпизод. А, этот про это. Да. Так что вот так. Вот Дашка так рукой чик-чик-чик. Нормально, нет? Ой, капец. Ладно, все, прошла. Молодец. Это что, кто летит за мной? Это твои ребята. Ты что, думала, ты одна там летишь? Я там за тобой целая эскадрилья. Я типа это, что ли? Да, они... Веду их? Да, ты их ведешь. Чик-чик-чик, ага. Ой, все, не хочу я смотреть. Понятно, я же не хочу смотреть. Да ужас. Бывает, бывает, простите меня. Ну ладно, друзья, надеемся, что вам наше прохождение понравилось. Сейчас только подведем итоги, посмотрим, какая у Дашки оценка. Фиговая. Не факт, не факт. Не факт. А, вполне нормально. Так что вот, очень надеемся, вам это видео понравилось. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Поддержите эту девушку, которая сейчас находилась в состоянии истерики, лайкосом и подпиской на канал. Да. Но не забывай, что у нас есть группа в ВК. И есть наша книга на readero.ru. Так что, если хотите поддержать наш канал, вот будет самый отличный способ это приобрести нашу с Дашей книжку. Ну все, с вами были Данил и Даша. Канал DDPlayers813. Всем пока! Пока-пока!